пятницу в Самарской области будет облачно и пасмурно, без осадков. Станет теплее днем 19-21 с плюсом, ночью 11-13 выше 0. В Сызрани небо закроют тучи, днем плюс 22 градуса, ночью плюс 12. Ветер северный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, плюс 21 градус в дневное время, ночью 11 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, дневная температура 20 градусов тепла, ночью плюс 12, ветер северного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.